Всем привет, с вами Прослушка. Тут такое дело, в общем, Инди Панда выпускает сингл, и причем это совместная работа с Туманом и Найманом, что очень удивительно. Вот мне опять... еще даже лайв вышел, ничего себе, прикольно. Короче, я еще не слушал, давайте послушаем. Называется Sun, типа солнце. Что-то летнее, походу, будет. Давайте приступим к прослушке. Такой модный звучок. Так, понятно, танцевальная. Ну, простенько, в принципе, по тексту, но тут и не надо что-то такое крутое, что-то какие-то шикарные рифмы и смысл. Это, ну, простой летний трек, и это изначально было понятно. Мне Наймана интересно тут послушать. Будет забавно, если у него будут просто слова в конце какие-то. Классно. Здесь мне парт Тумана понравился больше. Ну, как-то интереснее было послушать его. Но добавлять я себе это не буду, потому что у меня особо нет такого в плейлисте. Блин, ну типа трек кончается уже, где Нейман? Как в мультибрендовом. Он там просто в конце что-то поболтал. А может тут продакшн, конечно, его? Короче, скорее всего, тут продакшн Наймана. Не знаю, давайте посмотрим лайв, как она вообще исполняется у них. А, вот так вот даже, да? Заново. Так, что тут у нас? Студия какая-то, да? Ну, клёво-клёво то, что они такой лайф выпускают. Это типа группа Скриптонит как делают. Но у них своеобразные видосы. Но тема крутая, конечно. Сразу можно посмотреть, как это звучит живьём.
Но слышно-то... Слышно-то аудио, а не голос. Ну, типа, тихо. Вот тумана хорошо слышно. Какая-то странная съемка, показывают только руки, части тел какие-то. Но, что хочу сказать, ровно, как бы все равно камера ровно держится. Ну, собственно, я, в принципе, вам все сказал. Типа, да, это крутой летний трек для летних дискотек, но не для моих ушей. Ну, типа, не для моего плейлиста, вот так вот, да, чтобы вам как-то не обидно было за мои слова. Вот, а так имеет место быть, да, и уверен, то, что... Ну, он будет популярен вообще среди диджеев, и они будут играть это в клубах и так далее. Кстати, июнь вообще жаркий у ребят, особенно конец июня, там столько концертов. Я думаю, вы собираетесь туда, ну и типа пойдете. Так что круто вам потусить на этих концертах. Ну и все на этом. Пишите, как вам вообще зашел, не зашел этот трек. Ставьте лайки. И подписывайтесь, если не подписаны. И смотрите клип-чарт, если вы еще до сих пор не посмотрели. Miyagi Andy Panda там на первом месте. Вот. Заспойлерил. Вы, кстати, можете поменять там клип, если переголосуете за какой-то другой их клип. Вот, все, ладно, я пошел. Check it out.